Приветствую всех, Лев на связи, очередное видео из нового дня в Абхазии. Приятного просмотра. Нахожусь рядом с остановкой, тут ряд двухэтажных домов. Ну, как вот мне рассказывали, что в этих домах изначально жило руководство совхоза, начальство. Лужайка здесь, детская площадка, ну, сама остановка вот там. В каждом из этих домов кто-нибудь что-нибудь сдает, там и в саду домики, и комнаты сдают, видите, машина отдыхающих. Это площадь перед остановкой. Вот как раз пятый автобус подъехал, народ посадку совершает. На нем можно до Пицунды или до Гагры доехать отсюда прямо. Фонтан, за ним Дом культуры, тут здание администрации или контора, отель Кедр. С самого раннего утра сегодня лило, лило и лило, и вот только во вторую половину дня выглянуло солнышко, сразу тепло стало, хорошо. Вот направляюсь в сторону моря. Ну а здесь продолжают цвести магнолии, тут белые цветы большие. Ну вот мы и на пляже. Народу много. Пляж пансионата «Золотые пески». Вот тут песочек равняет. В той стороне общий пляж. Поселка «Цитрусовый совхоз». Бар здесь. Так выглядит сегодня море. Много купается людей. Я тоже с таким намерением сюда пришел. Ну, в некоторой степени волны. Ну, относительно это спокойное море, конечно. Вечер, народу особо меньше не стало, но вроде как купаться люди меньше, уже заходят, волны вон какие,
этом видео завершаю. Спасибо за внимание. Если пришлось по душе видео, ставьте палец вверх, оставляйте комментарии. Рада была попрощаться с людьми. Подписывайтесь, если еще не подписаны. Ну, стараюсь каждый день какие-то видео выкладывать. Так что еще пока мы здесь, буду эту традицию поддерживать. Всего доброго. С вами был Лев из Абхазии.